Переполох в Одессе. Детективы НАБУ нагрянули сегодня с обысками в местную мэрию. Наведались сразу в несколько департаментов и управлений. Что искали? Об этом подробнее расскажет Андрей Анастасов. Сам факт, что следственные действия в мэрии проводились, в горсовете подтверждают, но подробностей не сообщают. Известно, что работали детективы НАБУ, изымали документы. Все происходило утром в аппарате горсовета, в департаменте коммунальной собственности, а также в юридическом департаменте. Свидетелем всего этого стал один из местных депутатов. По его данным, Национальное антикоррупционное бюро заинтересовалось проектом так называемой «Европейской мэрии». Речь об огромном заводском здании, приобретенном осенью одесскими властями. Это такой скандальный объект, который был куплен у частной компании за 185 миллионов гривен. Причем ранее эта частная компания на аукционе его приобрела всего лишь за 11 миллионов гривен. Что вызвало действительно серьезный такой резонанс. То есть здесь важный аспект, который связан, естественно, с оценкой этого имущества. В самом НАБУ ситуацию нам прокомментировали по телефону. Уточнили, что речь идет о заводе «Краян». А выявить сделку с коррупционным душком помогли одесские активисты. Само выявление знаки злочину за нечастное блокирование почты на рахунках товариства, ведомо якого здійснено продаж будівлі за завищеною ціною, стало можливим завдяки активній громадянській позиції мешканців Одеси, а також громадських організацій, які своєчасно звернулись до Національного антикорупційного бюро і заявами про злочин ще на стадії його вчинення. Что касается Европейской мэрии, то суть проекта в том, что в это здание после ремонта должны переехать все муниципальные службы, управления. В общем, одесские чиновники будут под одной крышей. О самой сделке, правда, действительно много говорят. Например, что решение приобрести здание по баснословной цене принималось в авральном режиме на внеочередной сессии, о которой депутатов оповестили буквально за день до ее проведения. Возможно, детективы как раз и выясняют причину такой спешки. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин. Подробности телеканал «Интер», Одесса.